Ёханый бабай, ты это видел? Видел вот это? И вот это видел? Ага, и вот это, да, опять видел? Внимательно на вот это. Ёханый бабай. Вы понимаете, что это новый рекорд лайков по серии пластилиновых майнкрафтеров? Офигеть просто. О, я бы хотел вам поставить такой челлендж. И сказать вам то, что если вам нравятся пластилиновые майнкрафтеры, ставьте лайкусики. Давайте мы еще раз попробуем. Если все же вы не передумали смотреть пластилиновых майнкрафтеров, поставьте лайкусик прямо сейчас, чтобы было вот так, как вот тут, понимаете? Если будет так же, то я обещаю, что выйдет новая серия. Докажите, докажите то, что вы всем сердцем любите пластилиновых майнкрафтеров, потому что я их очень сильно люблю. Я их хочу записывать как можно чаще, но все зависит только от вас, ребята. Давайте меньше слов. Я заколебался. Вы уже сами знаете, что нужно делать перед каждой серии пластилиновых, чтобы вышла еще одна новая серия. Поэтому ставьте вот это самое вверх, 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 а мы погнали. Так что, вперед. Поехали! Дебил! 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 Отпусти мой камень! Нет, Игорь, одумайся. Игорь! Вытащить! Дип! Жека, успокой это. О, все. Да у... Игорь, у нас важное задание, ты понимаешь, почему он молчит? Жек, тебе вообще без разницы судьба друга. Что ты, иди, падай! Да ты чего? Вот, отпусти меня. Он через меня занимается. Ну и хорошо, ну и хорошо. Я тут ни при чем, я тут ни при чем. Все, идите в сраку. Окей, так, нам на задание угли вообще-то грузить, понимаешь, так, на шахте работать. Угли грузить, пацаны, короче, вот машина желтая, желтая машина бибика. Это ты где взял, алло? Сгинь, нечистая сила, дорогие, не проходите сюда, идите нахрен. Знаете, как зомби, все обои бегут за мной, типа, дай мозги свои, не дам я вам ничего, пацаны, успокойтесь. Так, давайте, грузим угли, угрузим угли, очень нужно. Игорь, Эдисон не грузит уголь, а я гружу Эдисона. Успокойся, грузите угли. А зачем нам угли нужны? Типа, чтобы печку? Да, 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 чтобы печь. А зачем? А, это секрет, это мы позже узнаем. Мне просто скажут, что мы опять какой-то хренью занимаемся, можем просто перелезть. Ну ладно. Я не удивлюсь, если так окажется. Я тоже не удивлюсь. Я вообще не удивлюсь. Я даже не знаю, что они делают на самом деле, эти печки. Да, я тоже не знаю. Они топят. Да, они кого? Кого топят? Кого топят? Там вейперы. Пацаны, вы нормально, камни уже не падают! Куда падают? По сторонам! Да не меня, а камни! Я тебе помогаю, Эдис. Я тоже помогу, не дебил. Вот, все хорошо. Я говорю, я уже вам это говорил, но я еще раз скажу. Я буду угорать, если мы сейчас этой фигней занимаемся, потом по пути мы просто машину в яму уроним. Это будет замечательно, замечательно. Еще прикольно, если все эти камни еще распадают мимо машины. Вы не поверите, пацаны. Вы не поверите. Не-не. Не-не-не-не-не-не. Не верю. Не верю. Не, нормально, нормально. Ну и, конечно, немножко мимо, да. Да, ну чуть, совсем чуть-чуть. Не трогай. Игорь, не страдай фигней. Давай, работай, работай. Если из-за кого-то машина упадет в пропасть, вы мне больше не друзья, честно вам говорю. Да, держи, все хорошо, все держи. Хорошо. Так! Ой, признавайтесь, признавайтесь, кто у нас в команде самый большой аутист? Я! Тогда не прикасайся даже к рулю, Игорь, иди сюда. Хорошо, я сяду сюда, я буду. Так, я иду. Не, мне слушай, кажется, ты ошибаешься, Жека. Самый большой аутист у нас. Ну хорошо. Поехали! Я за этим понаблюдаю, пацаны, я просто кусяю. Подожди меня, подожди, стой, стой, камешек мешает. Не рули, камень уберу, надо подрубляю. Хорошо, хорошо, вы тоже. И у Игоря есть права, это уже хорошо. Поехали, пацаны! Вперед! Ай, подожди! Так, осторожно, Игорь, осторожно. Ладно, по чуть-чуть раскудала. Просто я переключусь на всякий случай. Господи, пожалуйста, спаси меня. Да все будет нормально. Спасибо, пожалуйста. Игорь, там резкий сейчас поворот будет налево. Тихо. Мы еще просто с прямой не справляемся пока. Давай, нормально. Можешь хаску поддать. Сейчас на
боком, подожди, каким нахрен боком навалим, Диме? Дрифтуйте, дрифтуйте, форсаж. Подожди, подожди, шатает машину нахрен. Подвеска, пацаны, что-то у нас не то, надо кардан проверить. Мы застряли немного. Все нормально, мы топи, да я топлю как могу. Топим, пацаны, топим. Она быстрее не едет. Это вообще лучше молчи. Это восыны на нее большие. Мне хорошо, я сижу, как куча говна, мне нормально. Какой выворот руля у нас здесь мощный. Давай, горжок, жмя, понимаешь? Подожди. Ой-ой-ой. Игорь. Пилот за кабиной, да куда? Игорь, поворачивай. Давай. Газуй, давай. Газуй, таксист, ё-моё, туда-сюда. Да всё нормально, Игорь? Давай. Туда, это просто Uber, давай. Направо, всё нормально. Тормоз! Всё? Поворачивай. Ты уверен, что всё нормально? Так, всё нормально. Игорь, держи. Не. Ты обратно. Ты нам тут не нужен. Игорь, куда? За дорогой следи. Не надо. Если мы прострём весь уголь, это будет печально. Сейчас тормози, потому что я за тебя не могу повернуть. О, нормально. Мы уже приехали. Нет, ещё нет. А вот сейчас приехали? Не, почти. Нет, ну ладно. Сейчас все будет. А вот сейчас? Чуть левее, прямо остановись, да, вот там. Так что это хрен тень топит? Ну вот печки, вот, а печки топят трубу, а труба топит нефтебазу. А мы будем... Посыльные. Направо! Пацаны, сейф, все, хватит, грузи уголь. В смысле, подожди. Сейчас, давай, ближе подъедем. Игорь, задавлю, осторожно! Так, куда дебил грузишь? Нужно грузить в печку, которая работает. Ничего? Ладно, вот тут три уголька, давай их засунем. Давай, засовывай. Короче, Жек, разгружай колымагу эту. Ща, пацаны. Ща мы все разгрузим. Ща! Как чтобы другая печка заработала, что делать? Да зачем? Одна работает замечательно. О, как Андюли полез. Так одна уже на максимум тоже, пацаны, хорошо. Да? Подожди. Так, проблемка у нас, пацаны. А может реально факел нужно было притащить и поджечь? Или нет? Эдисон, тащи факел. Не надо. Садимся на машину, поехали. Пусть! Кто самый молодой? Я притащу, ребята, не переживайте. Я уверен, что это нужно просто? Тащи, давай, я буду тебя... Алёш, что это было? Игорь, забирайте камни, Игорь, забирай камни, камни забирай. Какие камни? И с этой печкой, которая уже работает. А чё? Да зачем, если она уже работает? А-а-а! Не, ты... Хуйнишь, мощность-то надо подбавить. Мощность! Всё верно, Игорь. Давай ещё один. Давай, запихивай. Всё нормально, дудит. Так, Жека, у нас одна дудит. Подождите. Сейчас олимпийский огонь принесут. Давай. Мы пока затолкаем уголек, все будет нормально. Чики-пуки, Жека. Шахтеры, рабочие. Помоги мне, мне не хватает. А я вначале проехался на машинке, а теперь несу факел. Мне нравится. Мне кажется, нужно, чтобы кто-то залез внутрь и держал, а потом просто через... Подожди. Как мы его потом оттуда достанем? Пацаны, олимпийский огонь несу! Игорь, иди сюда! Я тебя подниму. Давай! Опа! Игорь, чё мы делаем? Что у вас там происходит? Пацаны, огонь! Короче, Эдисон поднимал люка, а я поднимал Эдисона, чтобы он его закрыл. Да, в первую запихивай, в первую. Кому огонька? В первую. Да это не трогай меня! Мой огонь. Я ради него пробежал тут 500... Вытаскивай его, давай во второй сразу. А, факел? Да. Смотри, пацаны, мы пока справляемся, задать. Тут застрял, ты мог его горизонтально, перпендикулярно этой фигне засунуть? Ву-ву. Да дебил! Жека, помогай ему!
Опа! Смотри, факел, еще один вот этот. Давайте, давайте. Я вообще продуктивный чувак. Во-во. Вы знали? Да ёханый бабай застрял. Да давай! Засунь туда уже эту палку горящую. Сейчас засуну, подожди. А, и пролазит, понимаешь? Опа, вот так вот. Опа, давай, давай, да. Опа. Ну ты индейц. Во, все! Так, пацаны. Нахрена мы столько много угля грузили? Подождите меня! Пацаны, а что работает? Смотрите, тут... Ага, тут у нас все на максимум. Что дальше? А не нужно закрыть эти бункеры вот эти вот? Нет? Нужно, наверное. Пацаны, у меня вопрос. Вы вообще-то видели, что тут происходит? А, вот выход, а как? О, вентилятор заработал. А, да, вентилятор заработал. Может, надо по вентилятору? А зачем? Зачем Жека шел за факелом, если тут еще один факел? Окей. Пошли сразу. А это все время здесь было? Да. Реально, нам все время здесь было? Да, я даже не замечал. Все прошел? Ты прошел? Пацаны, нет, я летаю. Подожди, подожди, дебил! Отпусти Жека, отпусти, пожалуйста, ради бога. Вытаскивай меня! Жека, Жека, отпусти, пожалуйста. Подожди, а как мы сейчас перепрыгнем? Тихо, тихо, тихо. Не двигайся, не двигайся, не двигайся. Я тебя держу! Залазь, залазь! Залазим, залазим. Я парил, видели? Отпусти меня! Отпусти меня! Ай-яй-яй! Так, а, все нормально, я думал, мы падать будем. Пацаны, я как бы все понимаю. Ага, здесь дырочка. Какая дырочка? Игорь, не, пожалуйста, не падай, подожди. Куда? Что? Я выиграл. Это конец! Мы прошли! У меня война какая-то начинается, мне кажется. Вторая мировая, где там взрывы на фоне, миномет. Ну-ка, ну-ка. Миномет. Так! Где мы? Так, 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 вот это уже поинтереснее. Так. Это что такое? Ага, то есть мы перенеслись с современного, да, времени в какое-то средневековье. Это больше похоже, знаешь, даже на какую-то античность. Это, понимаете, это сейчас пирамиду мы будем строить. Да, да, да. Так, пацаны, так. Хорошо. Что нам с этой палкой? Подождите, а что это там телепается? Вы гляньте вот туда. Да, посмотрите. Да, да, вот, да. Что телепается? Смотри! Видели, 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 да. Аттракционы, пацаны, поехали. Ура, ура, аттракционы! Ебой! Так, хорошо. Мне кажется, мы с каждой серии не... Дебил. Я не знал, что бобрыв, понимаете? Ой, предупреждай. Да, хорошо, в следующий раз будем предупреждать. А что делать? Нужна палочка. Нужна палка, смотри. Дай сюда, дай сюда. Уверен в этом? Дай сюда, отпусти, пожалуйста. Отпусти, вот. Подожди. Опа, опа. А мне кажется, нужно просто эти штуки деревяшки. Вот эту штуку нужно, вот эту. Да, вот. Да, деревяшки да, просто вытащить. Подожди, да. подожди. Возможно и так, возможно и по-другому. Тащи, Игорь. Поднимай. Вот так вот, все. Вот так, это я здесь на рычах, понимаешь? Ебой! Мы гении. Игорь, ты это слышал? Так, отдвигайте, давайте. Это не работает, не? Нет, надо что-то придумать. Надо палку другую. Надо палку засунуть и вот такую отдвинуть. Это как рычаг. Рычаг. Жека, иди за палкой. Идите за палкой. Я тут не специализируюсь по палкам. Заколебался уже палки. Идите за палкой. Ты что, это тут филонить будешь или что? И что ты сделал? И что ты сделал, дебил? А вы вообще сможете в дырочку попасть? Да. Уверен? На, мы уже, у нас опыт есть. Три дебила. Сейчас. Как ты под таким углом хочешь попасть в дырочку? Я не понимаю. Да, он аутист, не переживай. Ща мы все попаем. Да ты дебил, куда ты ее двигаешь? Да не туда ты ее двигаешь, а вот сюда, вот понимаешь? Да что? Да отпусти, ты пускай Жека повернет ее! Ох! Да куда ты ее поворот? Ладно, все, делай сам. Тащи. Так, все, я пихаю, пацаны, давай. Да куда? Ну пихай уже наконец-то. Давайте. Подожди, нужно аккуратненько. Сейчас пацаны, мне жалко ваших девушек, честно говоря. Давай, опа! Опа! Дальше.
Почему это так сложно? Пролезла! Да ты не меня за руку за задницу держи! Зачем вы полностью? Нам нужно просто так вот, типа, оп, так в какую? Вот за Игоря за жопку. Тянем по дереву. Матушку вашу. Опа, немного не. Вот! С первого раза! Куда, дебил? Да не надо, не надо, обратно тащи. Все, все, все. И два. Давай её. Давай, двигай. О, еще немного, еще. Она не такая уже. Все, все, все. Молодцы, молодцы, пацаны. О, это лифт. Чё? Что мы сделаем? Подождите, должен кто-то один туда залезть, короче, кто-то один, а я буду с другой стороны. Да, спусти меня. Хорошо. Тут дырка, а нет дырок. Ага. А что делать, пацаны? Мы залезаем на лифт. Опа! Какой лифт? Так, отдаем лифт. Опа. Какой лифт? А ты реально так можешь поднимать? Зашибись! Давай, мы... Эй, зацепляй! Ладно, окей. Чё? Куда? Кто-то один встает на тот лифт, а другой на этот. А какой другой? Какой другой лифт? Не могу... Вот, чё за хрень? Вот, залезь в тот лифт. Где лифт? Слева от тебя лифт. А где второй лифт? Я на нем стою! А почему я его не вижу? Ну, у меня его нет, я думаю, какой нахрен второй лифт? Чё? У меня его нет, просто нет второго. Короче, вы поняли прикол? Нет, у меня лифта нету. Игорь, ты видишь второй лифт? Ну я вижу, но что это? Встань на него! Встань! Что это нам даст? Просто встань! Встань! А ты, Эдисон, прыгай со мной вот на этот лифт. Прыгай, мы будем поднимать его. Хорошо. Видишь, опа, Игорь поднимается. А на чем он поднимает? Пацаны, посмотрите моё видео, он просто по воздуху ходит и все. Так, стоп. Ебо! И что дальше? Пацаны, смотрите, что я знаю, что я хочу, что я знаю, да? Там ящик, да. Да, встань на тот лифт. Да, нам нужно было делать наоборот, я понял. Там ящик. Давай. Я застрял, пацаны! Вытащите меня отсюда! Все нормально, все под контролем, все нормально! Григорь, вытащи меня! Григорь! Так, пацаны, иди сюда. Мне нужно, чтобы кто-то... Я застрял, иди сюда! Так, иди сюда! Сейчас я тебя вытащу. Вот, нормально. Пацаны, нужно спустить этот лифт сейчас. Сволочь ты, они. Да хрена ты сюда идешь, лифт? Тебе от голову отпусти! Спускайте лифт, пацаны. Ай, Жека. Поехали. Сейчас теперь нужно... туда. Подожди, другой. А сейчас другой, опа! Да. Поднимай. Пойдемте. Поднимай. Так, мы молодцы! Ой, мама дорогая, как сложно-то все. Как сложно. Давай, бери ящик. Еще. А, выше нельзя? Да нет, все, максимум. Да! Алло! Он начинает подниматься. Давай. Я сейчас буду ходить по невидимому лифту, пацаны, ура! Кубик. Так, зашибись, я хожу по воздуху. Так, нормально. Давайте, пацаны, ставьте, сейчас будет все зашибись! Опа! Опа! Пацаны, мы залезли, зашибись. Игорь, цепляйся за жопу. Давай. Дебил, ты что меня пугаешь? Так. О, мне что делать? Мы сразу еще один ящик возьмем. Игорь, а ты, подожди, Игорь. Игорь, спрыгните на вот эту фигню, пожалуйста. Как хрена к ним? Раз, два, три, прыгаем. Пау! Да я воду! Немного не туда. Сейчас, мне надо руку, чтобы затылка ушла. Так, Эдисон, прыгай. Все нормально. Давай, Жек. Все, зашибись. Паунс. Зашибись. Так, дальше, что дальше? Пацаны. Отпусти меня. Я его почти выкинул. Отпусти меня! Да! Так. Что произошло? Так, а что нам сейчас делать? Блин, куда ты ропишься, мы же даже ничего не поняли, что произошло. Я сам не понял, что произошло!
Что, дебилы? Игорь немножечко пьяный сегодня. Так, подождите, вы мне объясните, что такое вообще? А, я вижу, все, я все знаю. Ну вот, я вам подбил на эту фигню, только я не знаю, что мне дальше делать. Так, погоди. Стоп, а что нам делать? Ну точно не это, Жека, точно нет. Так, Игорь, ну, молодец, да. Игорь, молодец, смотри, куда залазит, прям Человек-паук. Я Человек-паук, спудиман, сейвинг, пацаны, сейвинг, я вас спас этот там город. Там был сейвинг? Да. О-о-о! Так, нормально. Да. Так, пацаны, что дальше? Ой-ой-ой. Тут много всяких проходов. О-о-о! Это чё было, мать твою? Игорь прыгнул, и за ним прилетел шарик. О, за шарик падает. Я понял, нужно, короче, когда шарик падает, так по нему так. Ну на самом деле, да, нужно, чтобы он. Вот нужно опустить эти палки, пацаны. О, молодец! Так. О, поехало дело так. Меня прищемило, пацаны, все нормально. Меня немножко. А чё мы там вообще сделали? Зачем? Вот, я держу палку. Так, все уже. Да. Мне кажется, все, да. А, Жек, ты что там забыл? Я просто не понимаю, что происходит, на меня камни летят. Хватит просто за камнями. Подожди, не, мы все хорошо сделали, только нам нужно попасть вот туда направо. Да, я как бы вот тут хожу и не понимаю, что. Жека, по камню пройти. Да, подвинь эту фигню, опусти вот эту дичь, чтоб камень опять стукнулся. Ну палку да вот. Да, делай так. Молодец. Мне нужно, видимо, еще второго чувака или нет? Сейчас посмотрим. Так и что вы мне хотите? Я не понимаю. Ну вот камень катится в бездну. Пау! Ну вот он камень, да, вот он катится, да, вот я, он молодец. Вот, и нужно запрыгнуть на него и потом перепрыгнуть туда направо, понимаешь? Да, только мне нужно на камне. Ааа! Ну почти справился. Так, хорошо, зато мы сейчас знаем, что нужно делать. Давайте. Куда запрыгивать нужно? Направо туда. Прыгаешь на ящик. На ящик, на шар и вот туда. Понял. Давай. Давайте, готовьтесь, пацаны, давайте! Не все так просто, как вы думали, да. Да отпускайтесь, можете умирать уже. Так, давай, теперь я держу палку. Давай. По очереди. У меня опять нога пропала, ну ладно. Да? Опустим этот факт. Так там не обязательно вторую палку держать, он и так нормально падает. Не-не-не, он не падает. Опа! Давайте! Нет, еще не было, у меня не было. А, вот есть! Мои волосы! Справились. Короче, пацаны, мне кажется, уровень будет таким же длинным, как в прошлый раз, поэтому я предлагаю закончить на этом. Как думаете? Я тоже согласен, я просто... Что ты делаешь, Игорь? Неважно, отставь меня, я знаю, что хочу, то и делаю. Мне кажется, нужно набрать очень много лайков, чтобы вышла новая серия пластилиновых майнкрафтеров. Да, есть, и поставьте лайкусик, обещаем то, что сразу же запишем, да, пацаны? Да. Не, а если еще подпишутся только. Вот если подпишутся, вот тогда. Тогда да. Поэтому подписывайтесь, лайкусики. Спасибо, булечки, всем за просмотр, всем удачи, всем пока. Всем пока. Покедова.